Всем привет, раз уж... Нет, твой ролик куда пошел? Раз уж у меня два подписчика на Антаре, один из которых владелец вот этой Антары. Снимем видео, как ставим спойлер с Алиэкспресс на Антару. Сколько? 3500? 3850. 3850 плюс немножко краски, немножко скотча. В итоге он стал вот таким симпатичным. Черненьким, хотя был сначала серенький. Потом он стал серенький в проплешинах, когда стали снимать с него жир, обезжиривать. Потом он стал черным. Стало все нормально. И тебе сейчас на... Так, чтобы поставить спойлер, надо снять стандартный спойлер и на него накрепить этот набалдажник. Крепится он двумя болтами. Никаких шаблонов, ничего нету. Пришлось мудрить. Вот такой скотч делать, который рисует вот этот угол, от него мерить, делать дырки, примерять снова. Стандартный спойлер крепится нифига не пятью болтами, как какой-то мудак сказал, и двумя клипсами, а на самом деле крепится он семью болтами. Два болта, вот они еще под обшивкой, вон видно, обшивка висит. Если их не откручивать, стандартный спойлер можно просто разломать. А накладка крепится клипсами. Приходится ее поддевать и отщелкивать. Потом вон там разъемчик снимать, и снимается стандартный спойлер. Какой еще второй подписчик на Антаре? Я не знаю, но по-любому есть второй подписчик. Так, на спойлере вот здесь есть прорезь под скотч двухсторонний. Прорезь 6 мм. Такой скотч мы, к сожалению, не нашли. Пришлось вот так мудрить с триемовским скотчем. Должно получиться нормально. Сейчас отклеим нелипкую часть и будем стыковать старый спойлер и новый. Мы стыканули спойлеры. Если бы кто видел, как это было, просто стыковка МКС отдыхает. Пот тек с лица, руки дрожали. 3М скотч, если приклеится, то потом фиг отклеишь. В итоге все получилось более-менее культурно. Но вот китайцы здесь вот немножко, конечно, профукали дырочку с этой стороны. И аналогично получилось с этой стороны дырочка. Сейчас мы их зальем термоклеем, если этого не сделать, туда потихоньку будет скапливаться грязь, пыль, вода. Все это не очень хорошо. По итогу закончили мы уже, когда смеркалось. Сложно понять, что он из себя представляет. Бритвочка вот эта как заводская смотрится. Вот эта. У нас, по-моему, на лансерах, на этих, на ралли-артах также стоял заводской.